Друзья, всем огромный привет с Кольского полуострова. Меня зовут Алексей, и мы на канале Fishing Xero. Так, ребята, ну все, как и обещал, успеть за 3 часа, рыбалочка утренняя. В общем, решил поехать. Ну, в принципе, до этого, в общем, определялся, что хочу съездить на Лумбу. Здесь порыбачить с утреца. Смотрю, ни одной палатки нету. А вот там кто-то один пробирается. Что-то, кстати, раньше вот здесь вот, на дальнем пятаке очень много народу сидело в это время. А сейчас народ что-то совсем перестал ходить. Ну, в общем, хочется, конечно, и, так сказать, испытать. Что тут такое случилось-то? Рыба закончилась. Так, ладно, сейчас езжаю, паркую здесь. Все, тогда выдвигаюсь. Сейчас припарковался. Берега. Погнали. В общем, что-то народ совсем перестал сюда ходить. Раньше здесь народу очень много было. Но здесь, в общем, мне, как сказать, не то, что нравится, не нравится. Сколько здесь не рыбачил, поклевки почему-то у меня редкие были с утра. Ну вот, а. Но в основном, если клевал, то такой крупный прям сижок. Ну вот один. А, вот еще палаточка стоит. Это такой пятак. Всего два человека сейчас. Вон палаточка. Вот всего двое. Ладно. Пойдем посмотрим, что там есть. Вот соревнования проходили у нас вот в той стороне. Вот. Там вот. Здесь мужичок сидит посередине. Вот напротив больницы. А я перемещаюсь вот сюда вот. Ну, ладно, пойдем. Время терять не будем. Времени уже 6. До 10 мне максимум здесь можно порыбачить. Ну, раньше, потому что за 3 часа так. О. Первая поклевочка была. Так, ну что, ребята, в общем, час я просидел. Просидел, короче, прогипнотизировал я эти кивки. Одна поклевочка вот только сейчас была. Одна единственная. Больше поклевок не видел. Это, ну, чуть больше часа, в общем, рыбачу. Зачем сюда пришел, не понимаю. Блин, может, все-таки есть какой-то шанс, что здесь расклюется. Время 8. Ну, до 10 время есть. Так что, первая поклевка была. Так, ладно, продолжаем нашу рыбалку. Может, все-таки что-то удастся поймать. Только решил хорошо расположиться, не клевало, не клевало. Свершилась поклевка. Вообще. Ой, как в анекдоте.
Сидишь, ждешь 2-3 часа эту поклевку. Потом в какой-то момент случается такая результативная поклевочка. О, начал там подраздракониваться. Столько времени без поклевок просидел. Была 8 часов одна потычка. И все. О, что-то тыкнуло. Ну что это за поклевки такие, а? Опа, поклевка еще одна была какая-то. Непонятно, туда-сюда кивок загнула. Блин, да что такое-то? Хорошая поклевка вверх прям. Настоящую. Блин. На игру вообще не берет. Настоящую хорошая поклевка. Не успеваешь. Так, ну что, ребята, в общем, я нифига не поймал. Подошел к соседней палатке, смотрю, да, лежат хвостики. Не знаю, видимо, не мой день. 7 поклевок видел. Настоячку. Играл, ничего, поклевок не было. Не успевал. Ну, не знаю, значит, ловить здесь не умею. В общем, ладно, в любом случае, сейчас, друзья, не переключайтесь. Я сейчас на вечер перемещаюсь на свое любимое место. Я думаю, там я оторвусь сегодня вечерком. Там местечко знакомое. А здесь, ну, не повезло мне здесь сегодня. Так, ладно, погнали дальше рыбачить. Так, ну что, ребята, в общем, я тут поменял планы. Хотел на Имондру пойти на вечер, но решил, что-то в этом году у меня на Лумалке рыбалка напрочь не заладилась. В какой раз приезжаю сюда и что-то совсем, скажем так, не весело здесь у меня с рыбкой. На Имондре хорошо клюет. А здесь, ну, я так подумал, что, скорее всего, наверное, дело, наверное, удочки так настроены у меня. Ведь когда я вчера уходил, у соседа так 3 хвостика лежало, а у меня всего 7 поклевок было. Причем такие поклевочки-то некоторые были прям правильные. Не знаю только, почему подсечь не смог. В общем, решил все-таки сюда опять прийти, на Лумбалку. Только поменяю местечко. Был там, как называется, дальний пятак. Был на дальнем пятаке. Вот сейчас там тоже палаточка стоит с утра уже. Вот.
решил перебраться на середину прям озера. Вот там уже тоже первый рыбачок подтянулся. Но вчера я когда уходил, палаток-то было там прилично. Я не знаю, но больше, наверное, 6 стояло. Ну, говорят, тоже вчера как бы там ловили. В общем, хочу здесь попробовать. Удочки перевязал. Думаю, ну, может, результат у меня на ломалке поменяется. Так, ну что, погнали. Здорово. Бог помощь. Ну чё, как оно? А нихуя еще только вот одну дырку осилил. Много надо? А? Много надо? Дырок много надо? Да еще бы одну не мешало. Ну я сейчас коловоз расщепу. А у тебя этот, да? Да. А я жду, Леха должен нам подъехать. Я вчера там был. Ну и как? С утра. Блядь, сосед 3 хвоста поймал. Да? Ну, я 7 поклевок видел. Вообще ни хрена. Главное, так загибает вот так уж прям наверх его. Ну, вроде казалось бы, там нормальная рыбина. Нихуя, блядь, да? Ну, я поменял на мормышки, сейчас более маленькие поставил. Попробую. Может, на них что-то будет. Я так-то все на Имадре, но там вроде как бы на крупного сишка. Так здесь вроде крупный сик, может просто у него такая тенденция на мелочь брать. Фиг знает. Ладно. Я сам в этом сезоне, блядь, пару штук так небольших грамм по 354 словил и все. Никакой рыбалки. Не, ну вот. Это рыба, вот около этого. Около их клуба клюет же нормально, там хорошо клюет. Ну, в основном все это такая шелупень. Вот с натяжкой, бляха, муха, 24,5. Как назло. Ну я подойду сейчас с холоброзом. Ну что, где тебе завабахать? Где завабахать-то? Да где-нибудь вот здесь. Рядышком тогда еще. Где? Просто да. Вот здесь? Вот здесь. Да. Так, ну что, друзья, походу Лумбалка мне вызов бросила. Время 8 утра. Я поклевок не видел. Так, ну, по слухам, вроде как начинает здесь поклевывать обычно после 8. Так что шансы еще есть. Ну, слышал, у мужиков были поклевочки. Ну, небольшие, вроде туда паре пушинки вытащил. Ладно. Ну что, вызов принят, будем пробовать. Получится у меня сегодня с рыбалкой хоть что-нибудь. Вот сидишь, ждешь поклевку. А потом в какой-то момент. Опа. И поклевочка. Причем правильная. Кивочек загибает. И ты прям чувствуешь вес уже на удочке. Леску двумя руками перехватил. Она натянута, звенит, скрипит сквозь пальцы. А, начинает двигаться. Поднимаешь его. Идет тяжело. И вот пасть. Оказывается в лунке. И он уже на льду. О, адреналин. Thank you.
Так, ну что, ребята, в общем, все, я домой, ну точнее на работу сейчас. В общем, сегодняшний день просто без поклевки. Три удочки, ни одна не шелохнется. В общем, в принципе, по итогу там тоже что-то, вроде не знаю, как на всю толпу одного сига поймали. Так, ладно, с этим мы разобрались. Лумбалку я не победил. Надо будет сюда еще как-нибудь наведаться. Так, самое главное. Так, спасибо огромное, что поддерживаете мой канал. Огромная благодарность. Так, еще что хотел сказать. А, ну да, финансовая помощь приветствуется. Но самое главное, в общем, я хочу снова вести конкурс «Погоня за подарком». Или «Охота за подарком». Давайте лучше так, «Охота за подарком». В общем, по факту, где я рыбачу, буду оставлять подарочек от канала Fishing Sayer. Буду оставлять подарок от канала Fishing Sayer. И оставлять координаты в ролике. Оставлять подсказочки вам. Ну и самый счастливчик сможет этот подарок найти. Только, друзья, сразу под комментарий оставляйте, что уже нашли подарок. В общем, не забывайте, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски, в которых, возможно, уже, может быть, в скором времени, может быть, уже и сейчас, может, уже ближе к лету, ну, начну оставлять подарки от канала Fishing Sayer. Так, ребята, всем удачной охоты, берегите себя, пока, увидимся. Thank you.